«Хватит кормить Кавказ». Серия акций с таким названием прошла по России. Действительно ли «Хватит кормить Кавказ»? Мы спросили у журналиста Владимира Соловьева. А почему Кавказ? Отношение к акции. Нет, я объясню. Ведь мы кормим дикое количество регионов в России. Но эти регионы в России в 90-х годах российская армия утюгом-то не проходила. И наша авиация не бомбила другие русские города. А город Грозный, русский город Грозный, сравняла практически с землей. Поэтому, когда мы говорим «хватит кормить Кавказ», а кто кормит? Те, которые орут, что ли? Да их-то налоги де-факто туда не идут. Если посмотреть налоги физических лиц и сколько они платят, становится понятно, что в нашей стране не они наполняют бюджет. Когда мы говорим «хватит кормить Кавказ», это следующая строчка какая? Пусть он от нас отделяется, а завоевал-то Кавказ кто? Кто к России присоединял? Или мы будем сейчас разбрасывать ту землю, которая русская земля, потому что ряду придурков хочется набрать 27,5 политических очков? Да я вам больше скажу. Вот я считаю, что мы должны во многом Кавказу. Мы их уничтожали. Ведь сколько мы туда бомб-то сбросили? Ведь мы сначала всю инфраструктуру и экономику там разрушили. Русский президент Ельцин начал гражданскую войну на территории России. Но мы должны Кавказу в первую очередь равенство всех перед законом. И если сюда приезжает чеченец, ингуш, дагестанец, осетин и нарушает законы, он должен отвечать по всей строгости, не в зависимости от своей национальности. Ну, как правило, это выгодно тем, которые потерялись в реальной жизни, и надо каким-то образом поднять себя, каким-то образом вытащить себя. Поэтому, конечно, они кричат, при этом, как правило, кричат те, кто ни разу в жизни-то там не воевал. Может, даже и не было. Как правило, не было. Я поэтому всегда говорю, когда вижу таких молодых людей, там, крепких, говорю, ребята, ну, соберите отряд, давайте в гору, я договорюсь. И хватит кормить. Конечно, и не надо кормить. Поползайте по горам, поборитесь реально с бандитами, потом расскажете. Если бы наши губернаторы все, в такой же пропорции приходящие к ним деньги, тратили на устройство своих регионов, как Кадыров, в России, я думаю, жизнь была бы получше. Они очень разные. Те кавказцы, которые ребята живут там, они ненавидят вот эту гламурную мразь, которая портит репутацию их республик. И реально ненавидят. И поэтому, когда подонок развернулся на могиле неизвестного солдата в Москве, его клан в Чечне подвергся очень жесткой. Ни в коей мере там не было никакого уничтожения, но моральный прессинг был жесточайший. Но наши СМИ этого, правда, не показывали. Хотя у меня в передаче об этом говорили. Кавказ очень разный. Ведь так же, как люди не понимают, кто больше всех пострадал от террористической активности радикально настроенных исламистов? Мусульмане. Их погибло больше всего. Где больше всего взрывов? Там. Но мы этого не видим. Мы считаем, что это происходит вдали от нас, значит, не происходит вовсе. Кавказ ведь тоже Россия. Ведь наша вина, что мы сделали Кавказ территорией, где нищенствует население. Наша с вами? Конечно, и наша с вами тоже. И я поэтому каждую передачу об этом говорю. Поэтому каждую передачу говорю, что надо вскрывать. Если здесь ты увидел подонка с удостоверением, скажем, спецслужб, с золоченым Стечкиным, который говорит с известным акцентом, и приехал из Чеченской Республики здесь решать коммерческие споры, его место в тюрьме. В тюрьме. Поэтому никакого не должно быть снисхождения никому. Закон должен быть одинаков для всех. С этим проблемы есть, потому что что, в милиции они же? Поэтому, когда в России, пожалуйста, Дудка чеченец, но когда губернатор Тульский Дудка за взятку в несколько миллионов под домашним арестом, а преподаватель школы умирает в СИЗО, ни один из них не является кавказцем, но они не равны перед законом. Когда в Согре выезжает толпа людей убивать, где милиция? Вот когда закон будет одинаков для всех, тогда люди скажут, в стране что-то меняется.
Ну, мы говорим только 20 лет, потому что, например, в Соединенных Штатах Америки, если вы посмотрите время от Великой депрессии, когда они стали великим государством, прошло еще больше. Но в России мы говорим о равенстве перед законом всего лишь не так давно. Потому что в 90-е годы не было равенства перед законом. Закон был равен для всех, кроме коммунистов и тех, у кого взгляды были коммунистические. 2000-е годы, ну там все понятно, первые 4 года борьба с олигархами, потом утверждение до сегодняшнего дня чиновничьего феодального строя. Мы не равны в правах и в законах де-факто по сравнению с чиновниками. Вот это главная проблема. Поэтому, когда кричат «хватит кормить Кавказ», либо когда кричат «посмотрите на ту или другую партию», всегда закрывают нам глаза на главное. На то, что нашей страной уже давно правит класс чиновников. Мы ему принадлежим. Не в зависимости от его национальности, не зависимости, где они живут. Они между собой всегда договорятся. Они примут разную окрас, в том числе и партийный. Они будут самой разной национальности. Но ведь если вы посмотрите, кто де-факто управляет страной.